Лето – время отдыха и приключений. Время, когда многие из нас задаются вопросом, что же меня ждет впереди. Чтобы получить ответ на этот вопрос, я предлагаю вам пройти этот психологический тест. Перед вами три двери. Выберите ту, которая больше всего вам нравится и привлекает ваше внимание. Итак, выбирайте, у вас есть 10 секунд. Если вы выбрали дверь номер один, то летний период будет для вас временем новых знакомств и социальных связей. Возможно, вы встретите интересных людей, которые помогут вам расширить кругозор и приобрести новые навыки. Также лето может стать успешным временем для вступления в различные сообщества или клубы по интересам, что позволит вам почерпнуть новые идеи и вдохновение. Выбрав дверь номер два, вы открываете перед собой возможности для саморазвития и обучения. Лето станет идеальным временем для изучения новых предметов, углубления знаний в своей профессиональной сфере или освоения нового хобби. Этот период будет полон творчества и интеллектуального роста, что поможет вам стать еще более уверенными в своих силах и возможностях. Если ваш выбор пал на дверь номер три, то лето принесет вам романтические приключения и новые впечатления. Возможно, вы встретите свою судьбу или пройдете через яркие и незабываемые моменты с любимым человеком. Летний период станет временем, когда вы сможете насладиться теплыми чувствами, узнать себя и своего партнера с новой стороны и почувствовать, что любовь всегда рядом. Дорогие друзья, не забывайте делиться своими результатами в комментариях, мне их интересно узнать. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.